нас. Представьте, Леонид Якубович работает инспектором ДПС. Добрый вечер, в эфире программа ДПС Шоу «Трасса чудес». И у нас в студии первая тройка нарушителей. Представьтесь. Михаил. Михаил, на радаре 250 км в час. Ваша отмазка. Это не я. Нет. Да я болел! Нет! Да это дети мои! Нет, нет, еще раз нет! Да Леонид Аркадьевич, да что вы, я же к вам приехал не с пустыми руками! Вот возьмите 250 зеленых американских огурчиков, 2000 русских помидорчиков! Отлично, заберите все это в музей ДПС Шоу «Трасса чудес»! Второй нарушитель, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Катерина, я работаю в салоне Адама и Ева, и я в подарочек принесла вам парочку костюмчиков. Оп, не надо, они мне не подойдут, я знаю. Тогда песня. Как называется песня? Крик женской души. Орите. Анатолий, дыхните в трубочку. Покушение на сотрудника ДПС? ДПР, черт побери. Анатолий, дыхните в трубочку. Сектор Близ! А знаете что? Я к вам с доченькой приехала. Хочешь вам стишок рассказать? Давай. Пожалуйста. Стих про папу и его автомобиль. Не пристегнут был ремень, и аптечки нету. Техосмотр вроде был аж в 20 веке. Папа мой в окно показал вам дулю. Не увидели вы это? Ехал он как пуля. Папа ехал за рулем, а в руке коньяк. Доча, не боли меня. Папа, я косяк. И вы проходите в финал. Вы будете играть со мной в суперигру? Нет, я не могу. Так точно. Какой сговорчивый, а? И в суперигре разыгрываются блатные номера, бесплатный техосмотр и автомобиль ваш. В далекой галактике также существуют популярные передачи. В эфире программа «Пусть говорят» и я Андрей Малахов. Тема нашей сегодняшней передачи – обратная сторона свадьбы. Какие же существуют основные проблемы в современных свадьбах? Вот я хочу сказать. Вот только решил салатик, оливьешечку покушать, а тут бац, и тебя украли уже. Я, значит, так скажу. Воровали, воруют и будут воровать. Свидетель. Еще, почему у нас свадьбы приходят те, которых вообще не приглашали? Приходил, прихожу и буду приходить. Тихо. Свидетель. Ой, вы знаете, на свадьбе еще произошло такое счастливое событие. Вставайте. Я поймала букет. И первый гость в нашей передаче – это тамада этой свадьбы Тамара Никифоровна. Ну что ж, а мы продолжаем наши веселые конкурсы. И сейчас я подсутствую. Заткнитесь и сядьте на место. Так какие же существуют основные проблемы в современных свадьбах? Мне не доливают. О, вам не доливают, а меня не приглашают. Давай вместе. Ну что, девчата, помады готовы? А еще хотелось бы сказать, что на свадьбах постоянно драки. И сейчас мы вернемся на короткую рекламу, не переключайтесь. А ты что мне договорить-то не дал? А что такого-то вы дала? Ну что, девчата, по маленькой, у немного я не пью.
И после короткой рекламы мы снова в студии. И сейчас в студию войдет гость, который поможет решить все наши проблемы. Как ты могла? Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Заткнитесь! Нет, ну как ты могла меня не дождаться? Я, значит, тебе так скажу. Не ждала, не жду и ждать никого не буду! Тогда горько!